Доброе утро! Начинаем наш влог с завтрака. На завтрак у нас сегодня гренки. Да, много гренки пробовать. Да. Антошка помогал готовить. У меня будет яичница. И ты хотел помогать? Да. И ты будешь. Так, ну что, у нас уже 10:20. Мы все позавтракали. Детям пока разрешила немножко в компьютеры, в телефоны. И буквально через минут 15 идут на улицу. Я пока начинаю со стирки. Закладываю сейчас стирку. Как раз ветреная погода. Я думаю, что все очень быстро высохнет. Так, собираю вещи после вчерашнего. Так, идем включать машинку. Так, включила я машинку на 11:12 получается. Было бы меньше, минут на 40 режим, я бы включала на него. Получается, я всегда включаю стирку и еще дополнительное полоскание. Потому что сейчас такие химические порошки, что без дополнительного полоскания вообще никуда. Ну что, продолжается уборка. У нас уже 2 часа дня. Дети играли, и на улице играли, и в комнате просто играли. Сейчас они тут начали, уже знаете, рано же темнеет, начали доставать игрушки с дивана здесь на кухне. Там у нас и торт в лицо. В общем, у них сейчас куча таких настольных игр, в которые они играют, собирают, там и лего. А я продолжаю уборку. Все мету, грибу и гавкаю, что называется, под навесом. После вязания, хотя завтра будем вязать, но все равно сейчас все повыметаю. Так, я сейчас навожу порядок в этом шкафчике, где у меня специи и крупы. В крупах завелся этот жучок, пришлось даже их все выбросить. Они все поточены. Какой-то вот такой вот штукой, там уже червячки даже ползают, так что это все червячки? Ну, такие как-то, будто твои эти. Опарыш? Ага. Ну, как будто, я не знаю, что с них моль потом вылупляется. В общем, я не знаю весь этот процесс. Но сейчас все помыла, все ненужное и плохое выкидываю, а все хорошее перетерла, буду ставить все обратно. Мама, отдашь мне этот пакет? Нет. Так, ну что, перемыла я контейнер для круп, протерла его, вот сами зажимы эти для пакетов тоже. Так что сейчас буду все раскладывать. Ты такой, проснулся, ребенок в плохом настроении. Что случилось, сынок? Расскажи маме. Кто тебя обидел? Никто? Так, картошечку будешь кушать? Да. Мама привезла с папой кофе эгоист. Вот этот очень вкусный. Мне очень нравится. Какой-то он здесь. Какой он здесь? Германия. Чего там Германия? Ну да, изготовитель Германии вот этот вот. Так что мне он очень нравится по вкусу. Классно. Сейчас буду пить кофе с молоком. Антоха тоже проснулся. Ты хоть в хорошем настроении проснулся? Я хочу там роли музыку там. Давайте сначала покушаем, хорошо? В общем, кушаем все картошечку с мясом. Я еще буду есть соленые помидоры и огурцы, которые Кум делал. Достали их с подвала, Степа залазил. И, в общем, картошка тоже с мясом, индейки. Все, начинаем кофе пить. Мама, фотосессия кофе. Да. И чай. К сожалению, у нас к чаю особо ничего нету. Есть сухарики очень вкусные. Папа покупали в Титеровке. Они вот из булочек. Очень классные. Бублики с маком. И вот эти печеньки, они как будто с апельсинчиком. Дайте мне булки с маской. С маской. С маской? А Фенька до сих пор в плохом настроении. Ну все, не трогай его. Я смайлика сделала. Ты сейчас сделал смайлика. Тут, правда, еще ротик, но его там не видно. Угу. Прикольный квадратный смайлик. Прямоугольный даже. Большими глазами. Как будто рыба какая-то, да? Выпучила глаза в аквариум. Я тебя съем. А мы там делаем свои дела. Давайте, делайте. Я вытираю на полках. Я у компьютера. Я убираю. Я даже свою копилку вытер.
Да? Пожалуйста, продолжаем. Еще на улицу потом пойдем, там мы все сделаем. Давай. Еще поищем. Так, а я приехала за собирать урожай, в общем, за перцами. Смотрите, какие здесь они вообще раз цвели. Мы тогда думали, что последняя тачка была там, не знаю, когда там месяц назад, но из-за вот этой жары 36 там и больше, перца тут очень много. Так что сейчас буду весь обрывать. Что это, сынок? Перчики. Перчики. А покажи мне красный перчик. Это какими? Да, покажи мне, какой еще там есть у нас, я забыла. Зеленый, да? А вон. Какой еще есть? А третий. Это какой? А вон какими. Да. А какими? Такой оранжевый вместе с желтеньким, да? Да. Алло, алло. А третий, а вот. Вот, вот тайный. Угу. Это тайный. Да? Это тайный. Странный? Это тайный. Мама, это тайный. Тайный? Тайный. Я не понимаю. Мама, тут дули. Дули? Дули. А, сдулся? Да. Угу. Ну, как? Угу. Так, ну что, собрала я ящик. Крупные такие зелененькие рвала, в общем. Потому что они уже начинают вот так вот портиться. Но сейчас буду займусь сначала яблоками. Опять нападали яблоки, буду на сушку. Здесь вот они всякие такие плохие разные. Родители насобирали, они все не айс. То есть они долго лежать не будут. Вот здесь порченые, ну очень порченые. И вот здесь вот зеленые тоже наши падают. Их тоже нужно пособирать и на сушку. А ты, пожалуйста, молодой человек, обуйся. Привет. Привет. Мы прилетели с миром. Да? А у нас, гляньте, здесь какая красота. Яблоня зацвела, представляете? Я в шоке. Одна веточка зацвела. Здесь уже осень на всех ветках. Вот листья по... желтели, порыжели, посохли уже. А на этой ветке весна. Всем привет! Вы на канале Антон Долго Живой, зеленый человечек. И сегодня мы едем в кино на мультик. Антоша, а ты что-то сделал для этого? Да. Всего так пылю. Ну, много. Что-то ты не особенно. Мама, здесь. Я все остальное сделала. Угу. Не все. Это Мантуха, раньше... может, и не поедет. Мама, я раньше всех проснулся. Раньше всех все начал делать. А вы что делаете, молодой человек? Кого ты поливаешь? Так, ну что, все яблоки перемыты? Сушилка ждет, когда ее наполнят. Это еще в том году от винограда. Оно не отмывается. Когда я делала... А, от сливы. Это не от винограда, это от сливы. Так, ну что, будем теперь все резать тоненько. Главное резать тонко. Яблоки для сушки, чтобы быстрее все это произошло. Афоня, а где твой папа? Папа, Орекл. Да, а вот это кто такой? Никто. А это кто? Антоша? Мы вас играем. Во что? Не знаю. А вилку. В машинку играете? Да. Ну давайте, бегите, играйте. Мам, в машинку. А вилку. Это а когда папа приедет? Ну сейчас сказал, да работают там трактора, и он приедет. А мы во сколько поедем? Не знаю, еще посмотрим на твое поведение. Может, еще никуда и не поедем. Нет, во сколько, если я хорошо себя буду вести, во сколько мы поедем? Поздно. Мама, ну, я хочу на Дангу. Да, на Ниндзянгу, да? Мама, давай я на Дангу. А ты любишь Адангу? Да. Мы на Красную площадь. Мне же на Красную площадь. Угу. На все киношки на Красной площади. Все мы там найдем, да, мам? Все. Афанасий Сергеевич, а вы что тут делаете? Куклу. Кукаешь? А что ты кукаешь? Агак. Агак?
Скажи, я кушаю виноград. А вот это что? Это как агака оли. Зеленый? Нет, это синий. А это синий. А нет. По-моему, ты не кушаешь, ты, по-моему, балуешься. Нет. И сам пропал, да? Покажи, что ты там ешь. Чипсы. Анчоусы. Анчоусы. Это какая, с рыбалки наши или это гришка ловил? Да я не знаю. Ну, короче, это папа, как нормальный мужчина, без пива ест рыбу, папа. Почему? Почему нормальный и почему без пива? С компотом? Молока жалко, нет? Понятно. Но она прикольная, да? Угу. Так, ну что, мы теперь собрались в кино, потому что дети сегодня молодцы, и в доме прямо не очень хорошо поубирали, и пропылесосили, и пыль там Антошка пытался вытирать. Ну, блин, моя помада! Очень, кстати, мне нравится эта помада. Этот оттенок, который сейчас у меня на губах. Фаберликовский 46-40. Мне нравится, он такой достаточно... Нюдовые, кому идут розовые, а не коричневые, именно нюдовые, то, блин, мне он очень нравится. Вот, сейчас, в общем, купили билеты на Ниндзягу в 21:30 сеанс. Сейчас выезжаем уже. Мы уже в Краснодаре. Сейчас развернемся, сначала в Бау-центр поедем. Это мы где на техноскладе, да, развернемся? Там в него вообще, да, техносклад? Не очень. А нам он и неудобнее, да? Не, ну это ж как и видео же он. Нам он неудобен. Что, в Бау-центр мы приехали. Что тут машин? Много? Много машин в Бау-центре. Что, нет? Да я думаю, что да, как раз же вход. Ах, гля, что-то они там завезли, да? Ну что у них стоит или что это такое? Тут пеноблок стоит. Так, все, мы приехали. Куча тачек. Еще мы хотим посмотреть вот такую вот плитку в коридор. Ну да, вот это прям тоненькая, да? Или это фасадная? А, это? Ну вот глянь, даже кирпичики вот эти. Ну да, нам же пластиковый под цвет этого дерева. А, нам что-нибудь типа вот такой только уголовшек. Ну, а, ага, ну да. Мешок, да. Ну это надо где смотреть, где обои? Вот, да. Вот это большие, видишь? Угу. А, вот, да, вот что это. Типа что-нибудь вот такого. Ага. Ну да, хорошенький. Папа, я думаю, что в баню... Ну вот это ж вот таким же ж мы видели в Кропоткине, да, сделаны колонны. Вот такой, таким же точно, кирпичом, да, вторым только. Ну, просто наклейка, лица, и все, через крестики. Ага. То есть, ну это по одной плиточке. По одной, да. Это уголок на дверь входную. Да на входная дверь там же у нас. Дверь, да? Там входная и это... Нам одного... Вот такого, по-моему, цвета у нас. Нет, а не двери. Две двери. Это сколько? Ну, 2 метра. 2,70. Нет, ну, в смысле, надо примерно. 20 на 2, сколько 2. Там дверь? 2 Нет. метра же высотой. Ну да, 2,10. Ну, по-любому две это штучки. На двух дверях нам надо? Ну, на двух, на... Ну, к одной же, что ли. Ну, да. Сколько он стоит? Да, 79 рублей. Нет, это чересчур, да? Да, да, вот этот как раз подходит нам. Ну, два штуки таких надо. За 79, да? Да, если ты их приклеил, то да, оно, да, если обдерется, будет... 1, 2, как они называются? Нет, какие? 7, 8, 9. Здесь же, видишь, написано, плитка, любовь, вот, исполнение желаний. Ну, каждый иероглиф, это значит. Скажи, что ты хотел покрасить? Кактусы? Блин, Наташа, какие? Не ну, надо, их точно покрасили. Не надо, понимаешь? Их точно покрасили. Сколько платят за свет вообще у здания, я не знаю. Я тоже не знаю. Миллион в год. Два. Так, хотели купить, в общем, пирометр. Давай руку, Афонь. Я слышу. В общем, что я хотела сказать, что мы не купили пирометр. Я хотела попробовать темперировать шоколад.
и там из шоколада делать всякие конфеты, как это, корпусные, которые будут полые внутри. Но в бауцентре был один единственный периметр, и он был нерабочий. Лишь, в общем, не ломай, почта значит не судьба. Это вообще, это мы уже в МВидео зашли. А это что, на радиоуправление? Да? Танк, конечно, вообще, да? Обалденный. Он быстрее от этого заедет? Не, ну что за мало, на жаль. Ну, прийти там уж. Пицца. Сейчас я возьму тарелочки каждому, хорошо? Подожди. Я первая. Папа еще делает себе сабвей. А я первая. Вот это лишнее. Да. Тут все равно плохо видно. В общем, мы уже на диванах ждем. Я спать. Ждем. А думали, не успеем, да? Пиша, давай, лошадь. Everybody else will check, cause she does it when the water's trying to lick. Down to the sky, ha. When the guy's got a lot of energy, Papa. And get a race in his veins. And that's the Смотри. О! Папе, я смотрю, очень понравилось. Очень понравилось, я даже чуть-чуть прикорбел. Приснул. Гоголь такой крутой. А? Так, мы все. Вышли наконец-то из Красной площади. Ну, наподобие Лига, что там было? Или кино, или мультик? Ничего, тут на стоянке машины есть. Не все люди спят. Ну это ж папа, это ж... Мы тут что-то сейчас сижу, не заметили, что раньше вот эти крайние места всегда были для инвалидов. Вот там же два ряда для инвалидов. Где? Вот так, помнишь? А, четыре ряда. Да, но их, походу, все занимают эти. А, инвалиды, на голову. Нет, а тут же всегда были, да, для инвалидов, крайние, но теперь уже... Ну, они же увидели, что мы едем, мы быстренько закрасили. Папа, открывайся. Она открыта. А там, глянь, Победа, блин, ну здесь плохо видно на этой камере. Две Победы, да, какой автопарк. Как круто. Победа, у нас когда-то была Победа, наша первая машина. Да, Победа. Наша вторая машина. Прикольно. Ага. Наконец-то мы дома, гляньте. Всем привет!